Лекция правил проведения расследования. Для начала вы выезжаете на место преступления. Смотрев место преступления, вы фиксируете все на камеру, после чего приступаете к сбору улик, предварительно надев перчатки. Собрав улики, вы везете их к эксперту. Трупы к морг, ну, трупы в морг, как они, к коронеру. Ну, это занимается трупом. Коронеру, я не знаю, как это правильно, я не русский. Оружие к экспертам по баллистике и так далее. Получив эксклюзивные, получив заключение экспертов, вы реконструируете события, которые происходили до или во время преступления. Получив сведения о подозреваемом, вам следует навестить его в доме или на работе. А когда его вина доказана, отправить его прямо дорогой в тюрьму. Вам перечитать лекцию или вам понятно? Есть! Нормально, нормально. То я просто запинался. Вопросы есть у вас по этой лекции? Типа. Вопросов нету. Так понял. Нет. Коронера в МЦ. А так вообще совершенно. Все понял, отлично.